Отож, в нас тут вже раді вже вітати є нашу гостю Світлана Маркова, обласний токсиколог. Вітаємо вас. Дякую за те, що ви завітали сьогодні до нас зранку. Ти бачиш, що тема така гаряча, і всіх скликнула новина про те, що перший укус на Миколаївщині. Хотілося б дізнатися про стан укушеного і взагалі як це сталося. Ну, в общем-то, зараз все благополучно. Сьогодні він вже, в общем-то, почти практично готов к виписці больної. Прослучилось це все в суботу, от где-то 5 днів, виходить, тому назад. Укус произошел на рыбалке. Человек был на рыбалке, одел одежду, поэтому трудно сказать, был ли этот паук в одежде, потому что живет он в ракетной роще, частный дом, одежда для рыбалки хранится где-то в определенном месте, и человек мог ее долго не одевать, и паук мог туда залезть. Либо все-таки это случилось просто возле реки, потому что он говорит о том, что он видел второго паука, который как бы вот летела паутинка, и он попал ему на висок, и он даже сбросил вот этого паука. Он видел черного паука, типично, в общем-то, так каракурты выглядят, как вишня. Крупный паук в виде вишни. А второй произошел укус, потому что этого паука он сбросил, не придавил. А тот, который был у него в брюках, видимо, попал в область кожи, и он где-то согнул ногу, придавил, и произошел укус этим пауком. Но сам укус, в общем-то, не болезненный. Мы всегда говорим о том, что каракурт кусает мало болезненно в виде укола. Получается, одно место укуса, вокруг бледное пятнышко побледнения, и все. И человек может не заметить. Подумал о том, что травинка какая-то там, если одевал, допустим, в тапочек укус, укол в область пальца, и все, и не заметил. Но минут через 20-15 возникает боль от места укуса, она поднимается по переневральным пространствам, потому что яд обладает нейротропным действием по типу адреналина, адреномиметик, поднимается к пояснице, грудной клетке, охватывает все туловище, у человека возникает озноб, чувство страха, ломота во всем теле, стеснение в груди, стеснение в поясничной области, болевой синдром. Ну, люди описывают это по-разному, и повышается артериальное давление. Это вот основные симптомы. А чи може виникнути так, що у людини буде підвищений тиск, підвищена температура, в неї буде ломота у тілі, але вона не помітила укусу, не помітила того, що вона вкололася, що її вкусили, і вона може подумати, що це не звичайна простуда, звичайний грип? Наверно, ні. Чому? Тому що здесь різке начало, гораздо більше, ніж при ломоті в тілі, потім повищення температури, знову. Здесь немає температури. Температура не повышается. То есть просто ломота и стеснение, причем довольно быстро наступающее. И естественно, потом люди вспоминают, что да, что-то укололо, потому что боль начинает подниматься именно от места того укола. Посмотрели, увидели пятнышко, увидели что-то, понимают, что что-то укусило. Если же человек, вот как данный больной, он увидел, что у него черный паук пролетел, он его заметил, люди сообразили, в общем-то. И он увидел тем более паука, который он сбросил с ноги. Ну, понятно, что уже, в общем-то, мы знакомим, люди знают, и они понимают, что это случилось. Вот происходит такой укус. Состояние больных довольно тяжелое. Понимаете, паук, он у нас поселяется в пустынных областях, но сейчас он на дачах, в частных домах. Он очень часто плетет паутинку и старается, особенно к осени, когда вот будет прохладнее, попадать в дом, где-то искать себе пристанище. Но все знают о том, что кусает самка, поэтому называют вдова, потому что она после спаривания убивает самца. Многие люди видели на плетнях у частных домов, и раньше нам приносили, клубки паутины, в которых были выплодены вот эти вот паучата маленькие. Они черненькие, мелкие, но даже маленький паучонок, он тоже имеет, может укусить и выпустить свой яд, так сказать. Но его маленькое количество, конечно, клиника будет слабая. По мере развития, по мере роста, вот весной выплодок начинает расти. Паук проходит ряд линек. До 9 линек, и с каждой линькой он становится все более и более ядовитым. Поэтому вот качество, ну или ядовитость паука зависит от его возраста, так сказать, от ядовитости. И, конечно, сам он не нападает. Все случаи, которые вот мы имели, и всегда мы собираем анамнез, так называемый, то мы спрашиваем человека, а как произошло, что случилось. Это было в постели в доме, это было в выгребных туалетах. Нужно всегда обжигать кольцо выгребного туалета, потому что укус, вы понимаете, куда попадает. Это тапочки одели, обувь, которая стояла на улице, в домах. Это просто сбор ботвы на огороде,
И прижатие этой ботвы, вот знаете, собрали кучу, она лежит, там паук залез, человек берет, выносит с участка, прижал. Если паук відчуває страх, что его кто-то может ему просто шкодити. Прижал, кто-то его надавил на него. И он тут же кусает. Потому что особенно вот такие укусы, это в частном, я имею в виду, по сборе ботвы, это женщины. Потому что они убирали ботву, выносили, и происходил вот такой укус. Мы маємо невеличкий інформаційний сюжет. Так, я пропоную вам переглянути, і після цього також є ще. Ознайомитись із виглядом паука. Хорошо. Каракурт – один з найнебезпечніших видів павуків. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. Смертність від його укусу, за підрахунками вчених, становить приблизно 4%. Ці павуки мають 8 очей, які розташовуються у 2 ряди. Хеліцери у них вертикальні і не дуже великі. Ноги без товстих шипів, але з численними щетинками. На кінці лапок розташовані 3 кігтики – основні зубцюваті і додатковий, сильно витягнутий. Черевце часто округле, навіть кулясте. Органи дихання представлені одною парою легеневих мішків і одною парою трахей. Самка досягає 2 см оксамитово-чорного кольору. Під час розмноження у неї на черевці з'являються червоні цяточки. Самці менші від самок. Після спарювання, якщо самець не встигає втекти, самка його з'їдає, за що й отримала назву «Чорна вдова». Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни. Для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Його отрута унікальна за своєю силою. Вона сильніша від отрути гюрзи у 15 разів. На щастя, каракурт набагато менший від гюрзи, інакше ніхто не вижив би після його укусу. Він родич знаменитої чорної вдови, яка живе у Північній Америці. В останні роки про каракурта в Україні згадують дедалі частіше. І повідомлення про те, що десь на півдні країни він знову вкусив людину, вже не сприймаються як щось надзвичайне. У 70-ті роки майже ніхто в Україні, крім спеціалістів, нічого не знав про цього павука. Вперше про нього заговорили десь 80-го року. Тоді в Херсонській області від укусу каракурта постраждали кілька людей. І степовим краєм поповзли зловісні чутки. З'явилося щось, кусає людину, і вона вмирає. Незабаром люди дізналися – це щось – павук. Та у степах України він живе давно. Його знали й українські поселенці, і німецькі колоністи. Були роки і навіть десятиріччя, коли про каракурта ніхто нічого й не чув, і він ніяк себе не виявляв. А після зміни умов знову з'явився, оскільки чисельність його різко зростала. Зазвичай це відбувалося тоді, коли встановлювалася спекотна і посушлива погода. Саме такі умови найсприятливіші для цього виду. Отож, друзі, ми продовжуємо так розмову, побачили те, як виглядає павук, та побачили, як взагалі виглядає місце укусу. Що хотілося б запитати, ми з'ясували, що він сам не нападає, але чи можливо перенести самотужки без лікування цей укус? Ну, как я говорила уже, если это маленький паучок, иногда люди, конечно, могут перенести, подумают о чем-то другом, о том, что заболел, переломает, да. Но, как правило, мы не знаем тех случаев, чтобы люди не обращались. Потому что, во-первых, заболевание протекает не кратковременно. Я потом скажу о другом пауке, который немножко напоминает укус каракурта, он тоже бывает у нас. Но каракурт, если не лечить, может действительно привести к смерти. Потому что в период яд этот, мало того, что он очень резко повышает давление, и у больных гипертоников случаются инсульты. У нас был один случай летальный много-много лет тому назад. Больного из области везли, он был гипертоник, повышение давления резкое, пока его довезли, у него просто произошел инсульт, и он умер. От острого нарушения мозгового кровообращения. То есть оно может вызывать даже сопутные какие-то диагнозы? Оно ухудшает просто сопутствующую патологию. Если человек с нормальным давлением, это повышение не будет столь фатальным. А в данной ситуации, вот один такой случай был. И он вызывает парез сфинктеров. То есть больной не может самостоятельно помочиться, сходить в туалет. Он не может, у него раздувает живот. Возникает по типу непроходимости кишечно-динамической. И поэтому интоксикационный синдром довольно выраженный.
и больной просто не выдержит дома. Поэтому есть, конечно, методы ослабления его яда, которые могут люди оказать дома. И оказать первую помощь, если так такое случилось. Так и взагалі, що зробити? Перша так, допомога, яка? Якщо ти побачив, як людина, яка побачила, що в неї був павук, що необхідно було зробити? Прибіжала і сказала, мене укусив. У вас есть время, да, если укус произошел только что. И он увидел, что действительно это черный паук, что это очень похоже на каракорд. Даже пока у него не развился болевой синдром, можно прижечь место укуса. Это в старых источниках, в принципе, было, пока еще это никто не опровергал. То есть приносится спичечка, ставится серая, зажигается вторая, и быстренько прижигается место укуса, чтобы было маленькое пятнышко, чтобы не было ожога, потому что иногда последствия будут после ожога больше. Потому что после укуса паука самих последствий местных практически мы не наблюдали. Угу. Вот это метод уменьшения биояда. Пока он на месте, пока он не ушел, его немножко он распадается, он термолабилен. То, что осталось, то поднимается и действует, и проводит свое действие. У человека возникает чувство страха и болевой синдром. Во-первых, изнобить, начинается озноб. Его нужно согреть, дать обильное теплое питье, укрыть. Можно дать обезболивающий любой препарат, который есть в доме. Анальгин, если есть препараты антигистаминные, десенсибилизирующие, это тавигил, супрастин, то, что люди обычно, диазолин, держат для аллергических реакций. И быстренько ввести его в ближайшее лечебное учреждение, потому что его нужно быстро привести, диагностировать, чтобы действительно не было никакой ошибки. Потому что иногда таких больных привозили в больницы к нам совершенно по другими диагнозами. К урологам, нарушение мочеотделения, к хирургам, вздутие живота. Больные поясничной области к нейрохирургам, поражение позвоночника. То есть клиника такая. Диагноз был поставлен, и больного сразу начинается лечение. Хотелось бы дізнатися, яке лікування проводиться, и чи в усіх лікарнях це можливо? Ну, в принципе, опыт, конечно, в нашей токсикологии. Лучше вести к нам. Тем более, город небольшой, я думаю, что любого конца города вы за 10 минут практически можете 15 привести такого больного. Тем более, скорая помощь, она вас и обезболит, и ведет антигистаминные, и гормоны, и гипотензивные препараты. И, конечно, если этот больной гипертоник и принимает ряд препаратов, которые снижают давление, он должен либо увеличить дозу и обязательно принять то, что он принимал, чтобы просто себя обезопасить. Поэтому лучше вести, конечно, к нам. Иногда в районах отдаленных областей, которые бывают, с нами консультируются доктора, и мы, в общем-то, даем схему лечения, которая у нас проводится. Это и введение перманганата кальция, очень старый метод, специальные навески, они не у всех есть. Тем не менее, он окислитель яд, который окисляет. Гипохлорид натрия. Мы его не применяем, потому что уложена такая аппаратная, тоже инфузионная терапия. Проводится введение магнезии, обезболивающих препаратов. А чьи специальная вакцина? Значит, конечно, существовала в свое время антикаракуртовая сыворотка, так называемая, не вакцина-сыворотка, которая была противоядием конкретно от паука. Производили ее в Ташкенте, там, где раньше паук больше локализовался, это из животных брали сыворотка. Та вакцина, которая была еще во времена Советского Союза, она была качественная. Ну, по крайней мере, я еще застала. И когда появились каракурты, я какое-то время, не было. Я начинала работать в 80-х годах, и вот до 90-х мы как-то был период, когда не встречалось этих случаев. Но у нас сохранялась сыворотка, которая имела срок годности, и мы успели ею воспользоваться. Действительно, это был эффект неплохой. Вводилась определенная доза, желательно это в первые сутки, и симптомы уходили быстрее. Они оставались, конечно, но они быстрее уходили. Можно было 2-3 дозы. Но затем эта сыворотка стала выпускаться уже, когда произошло разграничение стран. Она перевозилась, качество ее стало хуже, она стала гораздо дорогой, более, очень дорогой. Она имеет срок годности, это бюджетное средство, стало сложно. И кроме того, у нас перестали удовлетворять ее качество. Она стала давать аллергические реакции, она была слабой. И поэтому мы вот все эти последние годы обходимся без сыворотки, проводим наше лечение, и слава Богу, пока летальных исходов у нас не было. То есть 3 дня больной, конечно, страдает, мы ему помогаем и обезболиваем, проводим дезинтоксикационную терапию, но тем не менее все случаи заканчиваются благополучно. Отож, ми можемо стверджувати, що не так страшний цей павук, як його малюють, і не потрібно відчувати досить страху за своє життя. Так, якщо не лікуватися, то можливі летальні випадки. Конечно, я не могу сказать, для дітей. Понимаете, количество яда играет для ребенка.
быстрая помощь, нужна скорая помощь, естественно. Если бы у нас эта сыворотка была, было бы более спокойнее, понимаете, и с точки юридической, и с точки любой, потому что понятно, что она вызывает иногда аллергические реакции. При укусе каракурта иногда через 2-3 дня возникает сыпь, это его клиника, но эта же сыпь возникает и на введение сыворотки. И разграничить что? То или другое, все равно лечится аллергическая реакция і проводиться десенсибілізуюча терапія. Так, да. Ще декількох слов хотілося б від вас почути про павука, якого ви анонсували. Про я сказала, що я вам розкажу, так. Значить, є такий хірокантус. От в прошлом году у нас, по-моєму, було пару всього случаїв, а от прошлые годы було почаще. Це виноградний павук, він має таку, знаєте, окраску, он сероватый, и на брюшке желтое и розовое. И он даже покрупнее, такой крупный, как, в общем-то, каракурт. Длинные ножки. Но если каракурт кусает, у него не очень глубокое вот это проникновение, его носик, он кусает немало болезненно, то хирокантус кусает больно. У него так, имеются такие вот клещики, и он прокусывает в двух местах. И этот укус человек четко ощущает. Он, у нас, по крайней мере, случаи, которые были, этот человек сидит в парке. И он из дерева упал. На виноградных листьях он упал. И опять-таки его придавило. Этот укус болезненный, но боль очень сильная. Она выламывает руку, если это рука, ногу, если нога. Но у него нет общетоксического, оно не идет дальше конечности. И кроме боли нет повышения давления, нет озноба, нет ломоты, нет пареза. То есть нет органических изменений, только боль. Мы ложили таких людей на пару дней, обезболивали, просто проходил период этой боли и все. І все проходить. Тобто нічого страшного, лише, скажімо так, якщо з каракуртом, то 3 дні треба помучитись, тут декілька днів. З каракуртом також можна подольше. 3 дні – це сильні болі. От зараз у нас больной, він лежить 5-й день, тому що укус був доволі серйозний. У нього був і пориз кишечника, з яким справились, все справились. Зараз він в фазі виздоровлення. Ну, вже 5-6 днів ми його поки тримаємо, наблюдаємо. Ми бажаємо одужання. Скоріше одужання. І дякуємо вам за те, що ви зараз нас. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні до нас завітала гості Світлана Маркова, обласний токсиколог, яка розповідала нам про профілактику укусів каракуртів. Так, отож, ви з цієї теми проінформовані, значить, забезпечені. Слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за тим, хто вас кусає, хто вас колить. Так, будьте обережними.